раз Юра сказал, ну как оно бывает, и у меня так часто бывает. Я ему косточки у солнца, соседу подарил часть. Сосед взял и вырастил. Он еще, по-моему, ни одного плода не видел, а сосед вот вырастил. Вот они такие. Вот, с моих косточек. Один, второй. Ну, все нормально, а третий начал подсыхать. И вот он говорит, что с ним делать? Ну, во-первых, эту ветку отрезать. А это уже все. Ее не спасешь, она не восстановится никогда. Запомните, прыскай, запрыскай тонну этих всех флаконов, которые рекламируют везде и всюду. Отрезайте эту ветку. Все, к сожалению. Вот. Остальное пока, слава Богу, живо-здорово. Как она могла дойти до этого состояния? Замерзнуть? Не, не могла, исключено. Да, болезни на нее накинулись. Вот. Видно, что тут всегда все наоборот. Не то, что как вся наша современная наука, Елена Александровна, я вынужден сказать, исходит из того, что есть море вредителей, которые уничтожают деревья. Вот. Я единственное на всю планету говорю, здоровое дерево никто не трогает. Вот. Или мы это будем потом подробнее проходить, то, что видели, не хочу отвлекаться сегодня в саду. Вот. То, что называется пищевая цепочка. Всем хватает еды, и тле. Вот. Все, все сытые, все довольны, деревья целые. Только просьба сказать одно слово, перекреститься вас не увидят. Ну, нет, вот, нет, это стыдно перекрестить, наука против. Просто скажите честное слово, я вам показывал эти самые яблони и абрикосы. Хоть одну дырку видели? Нет, дырки есть, но те, которые я показывал, те там, где уже зарощено это дерном. Хоть одну дырку видели? Нет. Нет. Громче. Отверстий на листьях точно нет. Есть тля, но немного. Есть муравьи. И никто не страдает, и деревья не страдают, и урожай не страдает. И что мы с вами сделали, выдвинули целую версию вдвоем на пару. Это будет наше будущее. Да. Вот. Значит, тля – необходимый элемент. Если дерево здоровое, никогда его не… Это оно гробит деревья, только больные. Здоровое только заберет свое. Никому не достанется лишнего. То есть никто не съест ничего. Дерево не пострадает, урожай не пострадает, и животные, все, и насекомые будут целые. А дальше, смотрите, тлю используют муравьи, а не одной дырки, потому что мы не нашли ни одного жука, ничего, чистейшие саженцы, так? Ой, да, саженцы. Да, верно. Деревья, так было? Да. То есть мы продвинулись как? Цепочка шла так. Значит, муравьи – это санитары, они спасают, у них есть своя доля. Это их коровник, или как назвать там, вот, там, это самое, или это, ну, короче, там, где они, за ними идет то, что мы им позволяем для тли ровно стоит. Причем это на яблонях, на абрикосах этого нет. Ну, в общем, вот такая цепочка. В результате чистые деревья, на некоторых яблонях кончики схвачены тлей, муравьи сытые, работу знают. Вот. Ну, а теперь, помните, как я не раз говорил, хохот в академическом зале. Нет, деревья надо спасать. Уничтожим тлю, задним муравьем, и полезли эти самые. После первого дождя полезли. Я это все проходил. Вот это вот те самые муравьи. Значит, когда я нашел кусок шланга и приспособил, открыл воду, оказалось, что там муравейник. Я понаблюдал за муравьями. Вот. Они спасли все до единого. Это было на моих глазах, уже поздно было что-то менять. Муравейник уже плавал в воде, видите? Они спасли все свои эти личинки. Все до единого. Вот они тащат, видите, тащат. Вот. Шланг лежал недолго, значит, они недавно заселились. Я, конечно, расстроился страшно. Вот. Хорошо, что Ганечкина не видит, она сейчас бы быстренько бы их дотопила. Я рассказываю эту историю, Ганечкина, специально для вас. Вот. Вы такие вещи не смотрите, потому что у вас есть сценарист и есть этот режиссер, который вам говорят, иди и колись дерево, иди и этот самый, и полей уксусом муравейник. Вот. Ну а история такая. Идет документальный фильм, он настоящий, это не мультфильм. Идет великое переселение муравейника. Целая, это самое, такая аж река течет как будто.
Вот, вся эта толпа муравьев, их там явно сотни тысяч, не миллионы. Я вынужден это сказать, скоро закончится мое время. Вот. Но я собираюсь с вами еще не 40, а еще 140 сделать вебинаров, поэтому спешить не будем. Я хочу, чтобы вы поняли, что такое настоящая природа. Вот. И какие мы самые тупицы по сравнению с другими обитателями. Я не жалею ни себя, ни вас. Так вот, Октябрина Ганечкина. Они начали переправляться. Из муравьев была создана огромная, длинная, несколько метров и шириной довольно приличной, был создан мост. Муравьи сцеплялись друг за друга, был выставлен мост. Я еще к Дарвину вернусь, потому что по Дарвину это невозможно. Вот. Когда слепой случай, и каждый думает, как бы спастись, и это. Вот. Организация, недоступная человеческой расе. Построил был мост. Настоящий. Ротация такая, несколько слоев, нижние слои, не успев захлебнуться, меняются верхние за место нижних, и идет ротация. И по этому мосту движется толпа муравьев, ну, как колонна такой, мощь идет колонна. В самый разгар, это не шутки, это все всерьез, я, как говорится, отвечаю за свои слова. В самый разгар мост был разрушен, кем? Подошел этот самый слон, ну, вроде Ганечкины, и даже не замечая, взял и прошел насквозь, уничтожив фактически мост. Огромная куча муравьев, сцепившись друг с другом, зацепилась посредине этого самого ручей шириной несколько метров. Вот, довольно быстро. Посредине они сцепились друг с друга, и получился плот из муравьев. То есть теперь это была уже не длинная полоса, а это было, как ее назвать-то, это был действительно плод. То есть они уже круглое такое огромное пятно на воде, они продолжали держаться. Это еще не все. При этом продолжали спасать друг друга. То есть верхние и нижние постоянно менялись. Те не успевали захлебывать, ни один муравей не погиб. Ну то есть крупный план, все это было заснято, это уникальная съемка. Что в это время делали другие муравьи? Сказать? Они мост строили, и они строили. Они построили мост и эвакуировали всех до единого. Вот. Теперь вспомним наши потопы и трупы, которые текут. Вот. Вы понимаете, уже это, вот эта сверхцивилизация до 100 миллионов муравьев с абсолютными... Вы представляете, пусть он небольшой город, но там 100 миллионов муравьев, это наше население России. Каждый знает свои обязанности, ни один не струсит. Только подойдите, он кинется в атаку, погибая. Кормят этих самых, потомство воспроизводят. Там настоящие фабрики и заводы, которые вы не знаете, поливая уксусом их. Это ладно, полили один муравейник. Это, знаете, мы с вами когда-то видели фильм «Не убивайте белых лебедей». А, «Не стреляйте белых лебедей». Пронзительный фильм. Там вот такой подонок, который просто муравейникову мешал, он же типа новый русский, подошел, бензином полил и поджег. А этот стоял, который егерь, и чуть не плакал, и только что он был такой безответный, как мы все. Вот. Я с тех пор запомнил, я с тех пор просмотрел множество фильмов, открылась невероятная картина. Невозможно себе представить такую организацию. А этот, в который вот вроде бы холма, да, я только первый попавшийся, да. Вы знаете, что это, какой вам, вы табуретки не собьете. Там сплошная вентиляция, здесь защита открывается в сухую погоду. Дождь это все закрывается, закупорится. Там кипит жизнь, там спасают они этих самых. Там кормят своих детей. Они вот, как здесь видели, кипятком поливают. Наконец-то выгорелся. Не могу, представляю, как вы это... В то время популярность была дичайшая. Несколько миллионов зрителей. Вы что натворили? Вам же теперь даже в церковь-то уже. Ведь это же Божье создание, в конце концов. Вот привыкли, деревья надо уничтожить, изувечить, почву изувечить, все изувечить, муравьев изувечить. А потом флаконы, явно это самое, что вы наняты этими...
хозяевами флаконы, купите то, купите то. Это придумать такое? Ладно, там еще много будет. Итак, сейчас я закончу. Почему? Значит, вот это вот тема, которую мы начали. Это я называю абрикосовой крепостью. Когда тут ряд абрикосов, когда тут ряд абрикосов. Мои многолетние наблюдения. Тли на яблонях минимум. Если бы абрикосов не было, все это было бы свернуто к чертовой матери. Яблони перед тлей беззащитны. Вот. В одном случае, и тем более, если бы это было бы черный пар и отсутствие муравьев. Запомните, друзья, чем больше муравьев, тем чище деревья и на это самое. И предельного количества тли никогда не бывает. Объясняю почему. Не слышали? Тля лакомство для муравьев. Они жрут только так, получше тех самых этих божьих коровок.